Вообще здорово, конечно, что после такого количества выходных вы добрались сюда. Я удивляюсь, радуюсь за вас, что еще здоровье позволяет. Хорошо. Да, насчет меридиана, старые меридианы. Я просто, когда вот вижу Владимира Майорова на сцене, я возвращаюсь сразу на 18 лет назад. Потому что 18 лет, в 2002 году, вот он был в оргкомитете Катаккорда и вручал мне тогда анкету, где я впервые написал гордо там клуб Меридиан, значит, представлял Меридиан, и у меня до сих пор тот значок еще хранится, который ты мне выдал тогда. Вот, так что действительно давненько. Вот. Ну, мы сегодня планировали песни этого года показывать вам, в общем-то, но сейчас постепенно все корректируется, и я не буду, значит, огорчать наших слушателей, которые просили что-то конкретно услышать. От песен этого года осталась вот первая, которую я хотел сегодня спеть, планировал. А она нет, без названия. Она так слышит, музыка развита, разбрызгана на уровне молекул и разрывает каменную твердь седого парапетного гранита, что обнимает трепетную реку, упрямо усмиряя круговерть. Там шорох шин по шарикам дождин затеял спор с трамвайным перезвоном, смущая пианиссиму Невы и заглушая этот поединок лишь в аромат сирени погруженный, запах свежескошенной травы. Неспешная легато диалога под зонтиком немыслимых триолей, античность поворота головы и полушепот, музыка от Бога, и тишина, и кода поневоле, молчание высокой синевы. Она так слышит, музыка разлита, разбрызгана на уровне молекул, молчание высокой синевы. Спасибо. Да, ну теперь я обращаюсь к нашим морякам. Вот они попросили меня спеть песню, которой 20 лет. Вот была такая песня у меня «Акула в трюме». И недавно, в 16 году, по-моему, на Василий Косяков, есть такой теплоходик на Белом море, значит, мы заходим в пассажирский отсек, и под подволоком трехметровая акула, акула в трюме, значит, у них чучело акулы. Вот. Я попробую ее вспомнить. Со мной поделился один моряк устойчивый экзистенцией. Мол, приручить он не смог никак, увы, ни одну из женщин. И не ворчал, что уже стареет и делался все угрюмей. Но все же лучше дурак на рее, чем акула в трюме. Все же лучше дурак на рее, чем акула в трюме. Другой днем и ночью спешил на зов ушедших в пучину предков. Он ставил тысячу парусов, врагов стонал при этом, гремел проклятиями и шалет, онул в ураганном шуме. Лучше два дурака на рее, чем акула в трюме. Лучше два дурака на рее, чем акула в трюме. У нас нет трюма и нет акул, но практика остается. Если на судно дурак шагнул, то вряд ли оно вернется. И средства, увы, не нашли, вернее, оно не рискать на румбе. Лучше три дурака на рее, чем акула в трюме. Лучше три дурака на рее, чем акула в трюме. На флоте лучше дурак на рее, чем акула в трюме. Спасибо.
Ну и третья песенка, это песенка этого года, тоже меня попросили ее повторить. Называется «Последнее фото». Проверяли забавы, толкает нас под руку кто-то. То ли долгие годы мы в жутком глубоком пике. Но в последний момент не найти нам достойного фото, чтоб в костюме, при галстуке, в шляпе и с книжкой в руке. Чтоб в солидном кругу, да на фоне объекта культуры, чтобы ангел над ним золотые крыла распростер. Но на снимках у нас то фрагмент обнаженной натуры, то задвинуты чаши, то пятки щекочет костер. Печальные дни на страницах пронзенных потерей. Аккуратные строки теснятся смущенной гурьбой. Я ценю этикет, но приглаженным снимкам не верю. Пусть он будет с гитарой, со стопкой, с улыбкой, с тобой. Я ценю этикет, но приглаженным снимкам не верю. Пусть он будет с гитарой, со стопкой, с улыбкой, с тобой.